Я хочу сказать вам, что это было очень близко. Очень близко. Что вы чувствуете в связи с этим? Илюха, ты профессионал. Это было очень круто. Мы просто сразу переключились и поехали. Все. Да, молодцы. Ну, у нас самая правильная машина в этом смысле. Мы-то везде пройдем. Стоп, 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 стоп. Такое ощущение, что он плывет, а не едет. Автозаглушка. Нормально. Бля, главное, чтобы вообще никто не съел тебя в этих джунглях, давай, пока давай, ты. Куда идем? Я не помню, где такая сложная. Давай. Алексей, мы с тобой где едем? Вот здесь, в джунглях. 23 февраля, мужской праздник. Где еще быть мужчине? В джунглях, в рейндж-ровере. А я просто, как бы, чтобы было понятно, сижу на двери и, так сказать, смотрю глубину. Вот, можно, кстати, отсюда убраться налево. Да. Давай это сделаем. Чтобы я еще не выпал только. Оп. Опа. Не так все легко и было, да, казалось бы? Не, не пойдем туда. Ребята, здесь походу мы не выйдем. Не, Илюха по-любому выйдет на своем Рубиконе. Ты знаешь, если ты возьмешь, Леха, если ты возьмешь чуть-чуть левее, в смысле спокойно, правее. Спокойно, держись. Я держусь, давай. Погнали. Опа. Есть. Все. Опыт не пропьешь, да. Так, ну мне пора нырять в салон, потому что сейчас меня как... Либо кто-нибудь съест, либо какой-нибудь... Песочек. Да? Давай. Попробую здесь сейчас. Восток, дело тонкое. А-а-а. Прямо. Илюша, назад! Назад! Уходите, не пройдете! Давай, давай, давай! Во-во-во, держи темп, держи и темп! И пошел, не тормози, пошел дальше! А, ура! Молодец. Давай, 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 давай! Зачем? А, пошел, держи. Молодец. Ух, ёпты. Молодец. Ну, я себе, ну, протекло. Черт. Я хочу сказать вам, что это было очень близко. Очень близко. Что вы чувствуете в связи с этим? Да нет. Илюха, ты профессионал. Это было очень круто. Мы просто сразу переключились и поехали, все. Да, молодцы. Мы просто ждали, переключались. Да, давайте. Все, никакого трейдинга, да? Да, никакого. Опа! Под два просто. Нырнул хорошо. Помыл машину. Есть контакт. Хорошо утонул, да? Черт, надо задумать теперь, блядь. Ну, прошел, смотри. Молодец. Может, и мы тоже проползем? И мы? Пошли. А что, мы не мы? А что, мы не мы, да? У нас там лоу, да, все? Да, лоу. Ой-ой-ой-ой-ой, мы просто плывем. Просто плывем. Еду на джипе. Я еду на лодке. Леха показал, да?
вот Илья пошел. Стас. Проходить. Спасибо. Серьезное испытание. Проходите. Ох, проходить. Давай, давай, давай. Такой спокойный, просто. Поддержки на сером просто. Давай, Люха, туда его в песочек сыпучий. Ништяк, как на снегоходе. Просто как в масле. Тонет в песке. Давай, 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 давай. Ну слушай, ну сейчас еще пойдем нырять. Песочек, да? Ну, попробуй здесь сейчас. Песок, да. Дело тонкое. Ага. Ну а мы прямо туда, вот так. Это глубокая, не забывай. Это очень глубокая была. Пацаны! Ура! Ну чё? Садись, надо тебя как штурмана еще. Впереди чуть-чуть осталось-то. Думаешь? Да, самое интересное впереди. Он же вот проехал, да? Не-не-не, он стал слева, потому что там впереди реально, ну, озеро. И какая его глубина, нам неизвестно. Ну мы не будем туда? Мы сейчас мы проверим сначала, да. Но по факту это все выглядит сейчас вот так. Давай посмотрим. Давай сунемся. Да. Да, в центре глубоко 100%. Как на правом берегу глубоко можно ехать по капот? Нет. Илья, ты решил проехать по центру? Да, я охуенно белая футболка стоит. Ага, красиво, кстати. Дизайн, все. Ну давай. С Богом. Парни, все, хотят, белая футболка. Вы примете душ сейчас. Белая футболка, давай. Счастья, здоровья. Да. У меня глубже было справа. Не, нормально, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Понесся, он у него сидит в окне. А потом соберем лебосики, все сделаем.
кино. Домой, а то глядишь. Пошли, пошли. Эй! Ого, это уже закон. А, не, смотри, почти морда уже под водой. Ну все, пошел, смотри. Ой-ой-ой, газу давай, давай, давай. Это Wrangler. Мы, конечно, можем это сделать. Илюша там у нас за поворотом сейчас. My God, просто. Where are we? Просто в болоте. Я хочу сказать, что Range Rover сегодня просто подтвердил статус царя бездорожья. Надо прокладку между рулем и сиденьем. Но это безусловно. И дорога бросает нам новые вызовы. Смотри, вот это сними. Нам осталось чуть-чуть до рекорда абсолютного. Да, по прохождению джунглей, но да, у нас как бы все новые и новые препятствия на пути, которые требуется пройти. Но самая фишка в том, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет там. Яма в 3 метра впереди или... Вот вообще вот эта весь дорога. Все-таки дорога. Пацаны, вообще понимаете, что происходит? Стоп! Потихонечку! Ебать! Стоп! Вернись назад чуть-чуть, вернись быстрее. Зачем? Трос этих, если хватает, пацаны. Встань прямо, готовься вытаскивать. Стоп. Мне такое ощущение, что он плывет, а не едет. Автозаглушка. Нормально. Бля, главное, чтобы еще никто не съел тебя в этих джунглях, Левее, просто чтобы было понятно. Хуяк уже, колючки везде. Потихонечку только натяг сначала. Лёш, давай. Пошел. Пошел как можешь. Попробуй с этого. Нет. Попробуй дернуть его. Просто своим весом.